Да, вы все правильно поняли. Сегодня я вам покажу, как я создал свой аналоговый хоррор из говна и палок. И вот вам для затравочки отрывок из него. Вы сошли с ума. Ваши действия противоречат приказу номер. Начну свой рассказ с того, что по первоначальному сценарию ролик вообще был не об этом. Я как-то сидел на Ютабе и наткнулся на разбор каталога Манделы. Думаю, интересная тема. Может что-то наподобие разобрать? Решил такое разобрать наш российский аналоговый хоррор МЧС Магнитошахтинская. А бац, смотрю, Снайкс уже разбор и сделал. И так с другими аналоговыми хоррорами. Про них уже кучу каналов сделали ролики. И я просто ленивая скотина и не успел в этот тренд. Я очень ленивая скотина, достаточно просто посмотреть на график выхода моих роликов. Но вдруг в моей ленивой жопе пришла гениальная мысль. А почему бы не рассказать, как создать свой аналоговый хоррор? Тут точно, по крайней мере, я на это надеюсь, не будет такой ситуации, что это все было в Симпсонах. Круто, но так в Симпсонах уже было. Чего? Это уже было в Симпсонах. Ну, ладно, от слов к делу. Первое и самое главное, это идея. Самый быстрый и простой вариант, это снять на Nokia 3310, как вы ходите по лесу, похерачить качество видео до 144p, добавить страшных звуков и скримеров. И опа, готово. Неподготовленный зритель испачкал свои трусики. Ну, это слишком просто. Да и зрителя ты этим не увлечешь. Он, конечно, испугается, но не больше. Он не заинтересуется вашим роликом и просто выключит его. Нужно придумать что-то оригинальное, историю с сюжетом и разными загадками. Я решил написать историю о странных записанных по рации переговоров полицейских и подкрутить туда мистики и всяких загадок. Сейчас я в подробностях описывать сюжет не буду, под конец ролика я покажу, что у меня получилось. И я надеюсь, вам будет интересно разгадать эту историю. Sound design. А если по-простому, то музыкальное сопровождение. По-хорошему, вы должны отучиться 5 лет в музыкалке, потом дирижировать оркестром перед президентом и закончить какой-нибудь там престижный университет по музыкалке, да. Ну или можно поступить как я. Просто взять трек Моргенчлена и сделать из него очень страшную херню. И знаете, я это сделал, и я даже не был удивлен. Его музыка и так людей сводит с ума и превращает их в олигофренов. А при помощи моих махинаций, теперь эти олигофрены пойдут и сами начнут записывать свои треки, как только услышат мой трек вот этот. Где ты, блядь? Где ты, нахуй? Ты заебал, сука! А если ты через 3 секунды не ответишь, я тебя вырву в жопу! А сейчас, чтобы вы убедились, что это стрёмная херня, я включу вам небольшой отрывочек оттуда. Жуть, да? Я пока сам делал, чуть не обкакался. Можно, конечно, если вы шарите в FL-ке, то самим сварганить трек, но я пошел по пути наименьшего сопротивления. Не хочу особо запариваться, а также своим примером показываю, что любой из вас может сделать стрёмную музыку. Если даже я, бесталантное чмо, справилась, то вы и подавно сможете повторить за мной. Но не будем долго зацикливаться на этой теме, ну, продолжим. Видеоряд. Можно просто снять, как вы где-то блуждаете по заброшке или любую рандомную херню. Ну, так как я ленивая падла, мне даже лень выйти на улицу. Я просто возьму видеоряд из интернета и как-то похерю его, чтобы оно выглядело стрёмно. Так, если моя идея связана с переговорами по рации, то можно будет ролик добавить щепоточку документалистики. Будто эти переговоры записывались и их нашли в полицейских архивах, либо они там засекречены, ага. Я думаю, вы умные ребята, ну и все поняли. Главное не добавлять скримеров, ведь кто добавляет скримеры в свои ролики, тут пидор. Тут по фактам. Так что обойдемся без скримеров. Буду напирать на атмосферу и нагнетать обстановку. Загадки. Можно добавить 25-й кадр и в нем послание, либо использовать азбуку Морзе, двоичный код. Тут можете включить свою воображалку и придумывать, что хотите.
Осталось все, что я сейчас перечислил, смешать вместе и получить офигенно страшный коктейль. Так что представляю вашему вниманию пилот моего аналогового хоррора под названием A Deadly Meeting. Простите мне мой английский, пожалуйста. Департамент полиции Вора. Область. Эта запись была сделана 6 июня 2006 года. Голову, это полиция! Что это было за херня? Боже мой, они все мертвы! Откушенная голова, перерезано горло. Я прибыл слишком поздно. Почему вас так много? Диспетчер, мне нужно подкрепление! Боюсь, лейтенант. Вам никто не поможет. Пожалуйста, можете наконец-то сдохнуть. Что это за существа? Диспетчер, чёрт! Эти твари залезли на крышу машины! Ну как вам? Я, конечно, не актер, но я старался. Страшно ведь, да? Ну, по крайней мере, мне это понравилось. Уж точно. Я тут, кстати, загадочку небольшую в нем спрятал. Кто первый из вас, дорогие подписчики, ее разгадает, то от меня получите целых 150 рублей. Угу. Вот для вас мотивация. Так что заходим в группу ВК, постик оставлю, и там ниже в комментариях пишите свой ответ. Либо в Ютубе в комментариях пишите... И желательно оставляйте ссылку на свой ВК, чтобы я смог с вами связаться, да. Если вам понравился ролик, то можете смело ставить лайк. Поздравляю вас, конечно, с опозданием, с наступившим Новым годом. Желаю всем счастья и здоровья. Я надеюсь, что этот год станет для меня продуктивнее, и я не буду пропадать с радаров на пару месяцев. Всем спасибо и пока.